Что, вы думаете, я таксую уже по ночам? Задумались? Нет, не таксую. Вон моя машина. Это аэропорт Звартнос. Приехал встречать победителя Золотого Ипсума. Эльдарчик, я тебя уже жду. Ты где? Доброй ночи, дорогие мои подписчики, дорогие мои друзья. Ну, как я и обещал, Ипсум Золотой разыгрался. Сегодня 19 число, 2:30 ночи. Я приехал встречать победителя Эльдара с Нижнего Новгорода. Ждем. Самолет спустился. И пошли встречать, Серега. Надо было тоже шариков взять. Ни шариков, ни цветов победителю. Ну, здравствуй, Эльдарджан. Поздравляю. Вот победитель наш Золотого Ипсума. С приездом. Как ощущения? Ощущение то, что теплее, чем в России. Поехали по дороге пообщаемся. Все, встретили, едем. По дороге узнаем, как его ощущения. Да, похож. На аватарке похож, да? Ты паспорт недавно сравнил. Подожди, давай сравним, а? А ну, одну секунду. Полетел, знаешь. Подожди, стой. Он же, да? Ну, он, да. Да, все. Ладно, поехали. Эльдар, вот приехали домой. Пойдем посмотрим, где ты живешь. Где ты остановился. Ну и заодно увидишь, что ты выиграл живыми глазами. Пойдем, проходи. Василий Георгиевич уже спит, наверное. Ну, вон, проходи. Вау, ничего себе. Сейчас ключи принесу. А ты что, не смотрел обзор по этой машине? Нет, тест-драйв. Я смотрел, но я... Тест-драйв не смотрел по этой машине? Знаешь, когда смотришь не на свою машину... Как сразу тебе вопрос задам. Ты за перекидки слышал? Да, слышал. Держи, посмотришь, что это за перекидка. Ага, хорошо. А мы посмотрим, как он там... Кстати, здесь смотри, в этом гараже только самые дорогие машины. Вот это Leaf, Nissan Leaf. Ты видел такой Leaf? А, все, смотри, уже на со своей машины. Может, это не интересно? Брат, это электрическая машина, дорогой. Я желаю, чтобы это была у тебя первая машина, которую ты выиграл, а вторую ты купишь. Всего за 26 тысяч долларов. 19-й год на гарантии. Ну, ты понимаешь, да, что Эльдар... Одним из моих условий того, что ты выиграл эту машину, кататься вот в этих наклейках. Ага, да, конечно. Вот. Ты за это слышал, дорогой. Да. Так, ну, мониторчики, которые сзади стоят, они предназначены для детей. Ага. Они изначально так и были предназначены. Для твоей супруги там имеется зеркало, оно открывается, там есть зеркальце. Вот. Андроид сюда, да, флешечку с мультиками, ага. Чтобы... Детишки мультики смотрели сзади. Мое желание исполнилось. Я хотел, чтобы выиграл реально человек, который достоин и который вот нуждается в этом, в том плане, что ему она нужна. Не с целью того, что человек возьмет машину и продаст, не с целью того, что скажет, мне нужны деньги. То есть, ну, если бы кто-то мне сказал, лучше продать, отдайте мне деньги, он бы не получил ничего, я скажу честно. Ну, наверное, ты, наверное, даже не знаешь, куда все пойдет. Это еще останется в кавычках, завтра узнаешь. Хорошо. То есть все деньги, которые перевелись, они не ушли на мою эту машину. Это все изначально было запланировано с целью помочь людям. Помочь тому, кто купил машину, кто вот, выиграл машину, да, так скажем. Вот. Ну и остальные деньги увидишь, куда уйдут завтра. Вместе с нами примешь участие, потом мы оформим машину. Спасибо большое. На здоровье тебе и твоим детям. Дай еще машину. Изучай, это твоя машина. Друзья, итак, Эльдар уже у нас. Ночью мы его встретили. Здесь у меня в руках рамочка, друзья.
Здесь я собрал все билеты, которые были приобретены вами. Ни одного билета нету, которого нету. Каждый, кто ко мне приедет, он это увидит, что эти билеты здесь есть. Здесь у меня на чехле под телефоном два билета. Оба билета Эльдара. Он приобрел всего 5 билетов, друзья. И волей Бога он выиграл этот автомобиль. Вы обязательно следите за нами, потому что у меня еще будет очень много приятных акций. Не один это розыгрыш будет. Благодаря тому, что вы за нами следите, подписаны на нас, покупаете у нас автомобиль, обращайтесь к нам за переоформлением каких-то документов, у меня появилась эта возможность разыграть этот автомобиль. Я очень рад, что выиграл человек, у которого двое детишек. И насколько я знаю, прямо сейчас супруга Эльдара вот-вот с минуты на минуту рожает третьего ребенка. Правильно я знаю? Да, все верно. Эльдар уже торопится, он прилетел сюда, чтобы быстро забрать машину, уехать к рождению ребенка, а там уже как воля Божья. Брат, я тебе поздравляю, ключи. Спасибо. И желаю, чтобы на этом автомобиле ты забрал с роддома своего маленького малыша. Как ты решил его назвать? Даниэль. Даниэль. Все вашей семье здоровья, благополучия, всего-всего наилучшего. Спасибо большое. Как тебе машина твоя? Отличная машина. Сегодня уже проехались на ней, посмотрел. Мне очень понравилось. На самом деле, машина с Армении, чем хороши, то что по кузову, по всем элементам машины просто в отличном состоянии. И их приятно, особенно приятно получать в подарок. И это просто вдохновляет на то, чтобы ездить на машинах и радоваться. Ожидал? Ожидал встречи, ожидал увидеть машину, не терпелось. И вот, слава богу, добрались. И очень сильно рад, что встретился, познакомился с ребятами поближе и получил такую шикарную машину. Вы обязательно следите за нами, потому что завтра будет переоформление. Смотрите ролик до конца и увидите окончание, приезд и уезд Эльдара. Вон там, где девушки, только их не задавить. Ага. Здесь останавливался? Вот здесь останавливайся. На стоянку или здесь? Не, вот здесь, стой. Прошли осмотр автомобиля золотого Ипсума, который у меня выиграл Эльдар Нижний Новгород. Друзья, следите за нашим каналом. У нас огромный выбор машин. Мы много что делаем. У нас еще будет очень много автомобилей разыгрываться. Следите за нами. Почему? Хотел вообще изначально, чтобы было СА, потому что моя жена Светлана, Алия Альбера, и для того, чтобы она, мать моих детей, ну, к сожалению, такого нету, ДА, это Даниэль Олегбер. Я думаю, что именно 5-й билет был счастливым. Естественно, все, фотографируйте номера, запоминай, идем. Мы решили сделать Эльдару подарок номера. Вот так, в последнюю минуту, но это еще не все сюрпризы, которые вас ожидают. Продолжение смотрите, увидите. Эльдар даже еще не знает, что ожидать его впереди. А у тебя перевод есть? Ну, социальными картами хватит. Давай на армянском, потому что на русском ей не нужно. Держи. Мы уже оформили на Эльдара автомобиль. Сейчас вот здесь в окошке ждем его номера. Пока получаем номера, ну как, быстро все это прошло? Очень быстро. Я удивлен, насколько отлажена здесь работа. И сотрудники полиции вежливо приняли и быстро переоформили машину. И не все так отлажены. Ждем номера, пойдем посмотрим, как они делаются. «52» – это регион, «001» – первый, как в нашей команде, первый победитель. Да. Первый, но не последний. Вот, наконец-то получили мы номера. Вот они. Мои поздравления. Пошли затягивать за техпаспортом. Здесь ты расписываешься за получение техпаспорта. Теперь ты официальный хозяин. Получай. Все, класс. Друзья, ну вот и все. Мы оформили на Эльдара автомобиль, подарили ему номера. Эльдар, покажешь свои номера? Да, конечно. Наоборот, переверни. Это от радости. Это от радости. С чем они ассоциируются у тебя еще раз, скажи нам? 52 – это Нижний Новгород, ага. Нижегородская область. 001, как мы закрепили, это то, что я первый среди тех, кто выиграл автомобиль.
Айк сказал, что будет еще розыгрыши, поэтому участвуйте. И ДА – это буквы, которые означают сын и фамилия. Как сына будут звать, и фамилия. Сын, который вот-вот, да. Со дня на день родится, да? Да, да. Спешу домой, очень хочется быстрее добраться, потому что вот-вот уже родится сын. Эльдар, ну у нас еще миссия не закончена, ты нам здесь еще нужен. Так что еще ждут тебя приятные сюрпризы и неожиданности. А вы смотрите продолжение. Спасибо. Мои поздравления еще раз. Семь машин на погрузку уже готовы. Сейчас подают еще автомобили. Пока эти готовы, за них скажем. Итак, Алексею уезжает Линкольн Навигатор. Автомобиль оформлен на него. Пожалуйста, все документы. Также постоянная прописка, социальная карта, все документы, как полагается. У него еще одно переоформление было, поэтому два техпаспорта. Пожалуйста. Алексей, встречай свой Линкольн. Дальше. Следующий автомобиль, Амиджан, въедет машина на Айнагуль, Казахстан, Ипсум 2007 год, S-пакет. Дальше, едет к Андрею Воронеж, автомобиль также дистанционно был куплен, также оформлен на него, пожалуйста, пакет документов, постоянная прописка, социальная карта, со всеми переводами, документы в бардачке. Далее, Дмитрий Мацука, автомобиль едет во Владикавказ, оттуда встречают, забирают. Также, пожалуйста, документы оформлены на него, переводы, все готово, все в машине. Далее, трехлитровый Альфар 2002 год, 80 тысяч пробег, уезжает сначала во Владикавказ, потом Новосибирск к Михаилу. Также документы. Пожалуйста, Михаил, также твои документы готовы, перевод, все как полагается. Одиссей уезжает также в Казахстан, это был подбор, в случае чего мы такие машины находим, цены на дешевые Одиссеи уже нету, нормальных Одиссеев в пределах 5,5 тысяч. Кому нужен нормальный Одиссей, можно найти плюс-минус 6-6,5 тысяч долларов, имейте в виду. Так, спортпакет едет на Иркана, он продан, 7-й год, Казахстан, 2007 год, вот, пожалуйста. На всех машинах написан номер телефона человека, который у нас его должен встретить. У нас во Владикавказе, друзья, машина, которая во Владикавказ, там, как обычно, Расул встречает, разгружает, везет на платную нашу парковку, а наша парковка, там машины стоят, люди приезжают, лично Расул каждый автомобиль отдает, такого нету, что нужно там, во Владикавказе, на границе ждать. Те машины, которые идут на Казахстан, своим ходом они у нас не едут, мы их перезагружаем в свои автовозы российские, и они переезжают в Казахстан, пересекают границу. Сейчас подъедут еще остальные автомобили, эти пошли на погрузку. Ночи добрые, друзья, вновь 12 часов ночи, мы продолжаем работать, сегодня также 19 мая, пожалуйста. У нас сегодня был очень продуктивный день, вчера ночью встретили, уже сегодня ночью встретили победителя Ипсума.
куча переоформлений сегодня было. Приехал человек с пакетом документов, только один с переоформлением у него. Так к нам обращаются очень много людей. По перевозочной компании также у нас к нам обращаются очень много людей. В данный момент во Владикавказе, пока мы здесь грузимся, во Владикавказе РАСУ перезагружает автомобили на Казахстан. Здесь эти машины сейчас поедут, друзья, во Владикавказ, на нашу крытую стоянку, где у нас все машины стоят обязательно под видеонаблюдением, их встречает РАСУ, потом распределяет на другие автовозы, и они едут до своих получателей. Какие-то машины идут в Новосибирск, какие-то едут в Казахстан. Сейчас здесь едут на Казахстан, на Новосибирск и на Воронеж. То есть ребята приедут, встречают, а вы продолжайте смотреть за нами, подписывайтесь обязательно на нас. И знаете, что у нас сфера услуг – это огромная сфера. Дистанционная покупка машин, японских отличных машин, прекрасных американских машин, проходные машины под полную растаможку уже здесь в Армении и на российские номера у вас. Подписывайтесь. Готов еще один Toyota Ipsum Sport пакет на продажу, друзья. Цвет белый на спортивных его заводских дисках 17-х. Резина летняя в хорошем состоянии. Цвет белый. По повреждениям сразу скажу, во время перевозки это крыло было замято, вытянули. Больше повреждений на данном автомобиле не имеется. Задняя камера имеется. S-пакет, друзья. Пожалуйста, салон в очень хорошем состоянии. Сверху стоит воздухоочиститель, черный салон, огромный багажник. Химчистка сделана вся в идеале. Здесь весь комплект, домкрат, баллонник, все стоит. Как с Японии пришло, даже не доставали, друзья. Даже пакетики, видите, вот здесь целлофанчик также сохранился. 110 тысяч пробег у данного автомобиля. Перекидка очень грамотная сделана. Салон изнутри, продолжение смотрите. Коврики также, его заводские, в идеальном состоянии, протертости не имеет ни салон, ни коврики. С этой стороны, пожалуйста. Итак, вакуум перенесен, друзья. Также дворники доработаны, перенесены. Машина вся отполирована, химчистка сделана. С водительской стороны также просим посмотреть. Toyota Ipsum 2004 год, 110 тысяч пробег заводской. Можете на сайте Aliada любую нашу машину проверить. Итак, S-пакет, передний привод, белый цвет, черный салон, 110 тысяч пробег, 6500 долларов. Покупай, пока есть. год, 3 литра, передний привод, Honda Ellison, правый руль. Цвет серебро, голубоватый, небесный цвет. Цвет бомба, очень приятный. Линзованные фары, умные, адаптированные. На заводских 16-х дисках резина новая, идеальнейшая. Проедет еще не один сезон. Повторители на зеркалах, друзья. По кузову. Ноль нареканий, пожалуйста. Весь ровный, аккуратный кузов. По состоянию салона, пожалуйста. Состояние салона идеальнейшее. Цвет белый велюр. Пробег 107 тысяч. У нас все пробеги оригинальные. Для любого из наших клиентов просим ВИН-код. И мы вам показываем ВИН-код. Так, задняя камера, пожалуйста. Посмотрите, как я люблю. Небеса видны в эту камеру. Фотографироваться можно. Камера айфона медленно отдыхает рядом. Итак, дальше. Салон изнутри, пожалуйста, весь чистенький, аккуратненький. Посмотрите состояние коврика, да? Это, заметьте, без химчистки. То есть японец за ним ухаживал. Два люка, панорама. Пожалуйста. Ellison, трехлитровый. Это дверь с электроприводом. Работает как с двери, как и снаружи. Также с кнопочки внутри. По кузову также со стороны ноль нареканий. Отсюда, пожалуйста, смотрим. У меня очень много спрашивают, друзья, как, Айк, работает минивэн Honda Ellison. Если Honda Ellison правый руль, а еще и трехлитровый, то это не машина, это блаженство. Итак, данный автомобиль, друзья, цена автомобиля 7200 долларов. 2005 год. Правый руль, полный мультируль, задняя камера, 107 тысяч пробег, два люка, линзованные адаптивные фары,
Машина одна из последних в идеальном состоянии. Если интересно, покупай, обращайся к нам и забирай. Ну и так, друзья, пока у нас граждане Казахстана разбирают Toyota Ipsum, у нас еще остался небольшой, но отличный выбор. Кстати, вон тот Альфард, за который я говорил, что он продан. Вот этот 3-литровый Альфард, друзья, пожалуйста. Его уже нету, он у нас уже продан. Купил его у нас гражданин Казахстана за 11 тысяч плюс 850 долларов доставка. Ну да ладно, рассказываю вам за следующий автомобиль. Toyota Ipsum, спортпакет, цвет белый жемчуг. Неотполированная фара, отполируем, друзья. Так, на 16-х дисках, повторители на зеркалах. Одну секундочку, дверь откроем. Машина в очень хорошем состоянии. Зеркала складывающиеся, пожалуйста, раскладывающиеся. Пробег у данного автомобиля всего 135 тысяч километров. Состояние салона, пожалуйста, это салон идет бизнес-салон. То есть посередине сели два человека, раскинули подлокотники и спокойненько сидим. Далее, задняя камера. S-пакет, салон в отличном состоянии, также огромное багажное отделение, здесь можно поставить газовое оборудование. Итак, ценник данного автомобиля, друзья, 6800 долларов, 2006 год, спортпакет, белый жемчуг, покупай, пока есть. 3-литровый, 7-й год продан, 5-й год 2.4, передний привод имеется, 7-й год 2.4, передний привод имеется, еще не продан, 7700 долларов. А мы пойдем вам покажем Ipsum'ы, друзья. За этот уже рассказали. Василий осматривает этот Toyota Ipsum. Это 2004 год, цвет белый белоснежка на 16-х дисках заводских. Вот с такими люками, друзья, два люка, пожалуйста, пробег. Всего 138 тысяч со складывающимися зеркалами. Пожалуйста. Далее. Салон изнутри. Одну секундочку откроем. Просим. Состояние салона. Серега, обязательно второй люк покажи. Это ж красота какая, панорама. Редкость. Но она у нас имеется. Спортпакет. Друзья, тут пробег указан неправильно, 138 тысяч, сейчас покажем на щитке. Пожалуйста. Состояние машины отличнейшее. Химчистка вся сделана, все доработки сделаны. Остается только позвонить нам и забрать его. Повторяю, 2004 год, 138 тысяч пробег. S-пакет. Просим. Ну и так, сейчас нам Сергей любезно покажет на панели приборов его оригинальный пробег, чтобы вы убедились в его пробеге. А также по запросу, да и без запроса, вот ВИН-код покажем. И на сайте Алиады вы можете проверить оригинальность его пробега и повреждений. Повреждений данный автомобиль не имеет. 135 тысяч пробег, 138 тысяч. 4-й год, два люка, S-пакет. Ценник данного автомобиля 6800 долларов. И вот еще один Ipsum, за него рассказали. Покупай, пока имеется. Эльдар, сейчас ты и как очень многие другие подписчики узнают о том, куда эти деньги уходят. Ты уже знаешь. Многие в интернете разные вещи говорят, айк отбил цену или еще что-то. Пусть говорит каждый, что хочет.